четверг в Самарской области малооблачно, преимущественно без осадков. 11-13 тепла днем, ночью 6-8 выше 0. Ветер западный 1-3 метра в секунду. В Сызрани облака, днем плюс 12, ночью плюс 8, южный 3 метра в секунду. В Тольятти переменная облачность, днем плюс 12, ночью 8 градусов с плюсом, ветер западный 1 метр в секунду. В Самаре малооблачная и без осадков, плюс 12 в дневное время, ночью плюс 6, северо-западный ветер 2 метра в секунду, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 46%. Внимание, малая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.